Добрый день, уважаемые эксперты и участники конференции. Я Иванова Карина, ученица 9 класса, член экологического объединения школьников «Юный эколог» Кёбской агрошколы Усьманского улуса. Хочу представить вашему вниманию проект об устройстве экологической тропы Сатидабан. Актуальность. В настоящее время наиболее эффективный способ реализации задач экологического образования – это участие в экологических акциях, работа по природоохранным проектам. Уникальная возможность для нас принести пользу окружающей природе родного края. Гипотеза. Природа Усьманского улуса своими природными условиями занимает особое место. Для сохранения и изучения этой природной среды я вижу обустройство экологической тропы. Цель – обустройство экологическую тропу Сатидабан на территории одноименной горы для изучения и сохранения естественного состояния ключевых экосистем и сохранения природной истории культурного населения родного края. Задачи – проложение и обустройство экологической тропы Сатидабан, наблюдение за жизнью животных, растений на территории экологической тропы в составе школьной экспедиции «Юный эколог». Срок реализации с 2020 по 2023 годы. Первый этап – аналитический, март-май 2020 года. Второй этап – организационный, планирование и прогнозирование предстоящей работы июнь-июль 2020 год. Третий этап – практическая деятельность 2020 по 2023 год. Задача этапа – проведение практического проекта по проложению и обустройству первой ветки экологической тропы Сатидабан, строительство беседки для отдыха. Второй этап – обустройство второй ветки. Третий этап – обустройство третьей ветки экологической тропы. Четвертый этап – итоговый, диагностический, июнь-август 2023 год. Задача этапа – обобщение опыта и определение результата практической деятельности. Проведена работа по третьему этапу. 2020 год проложил первую ветку тропы с силами старшей группы экологов, построили беседку. 2021 год обустроили первую ветку, изучили растения и насекомых. Маршрут августовский прилегал от кюбцев вниз по реке Алдан до семейной базы Атласовых на место Сикарби. Во время экспедиционной знакомились с красивыми местами вдоль реки Алдан. Посетили зимовье охотников-рыболовов. Учебная экскурсия на горы Изыское. Провели пеший марш борцов по экологической тропе Сатидабан. С высоты птичьего полета красовались прекрасным видом реки горы. Ознакомились с флорой и фауной тропы. Провели наблюдение, фотографировали природу. Заключение. Начали обустройство экологической тропы Сатидабан. Во время совместных работ расширяем экологические здания, приобретаем практические и предохранительные навыки. Обустройство тропы мы призываем всех беречь свою родную природу. Спасибо за внимание.